Здравствуйте, дорогие наши книжечки, с вами Букинист Торск. Как мы обещали, в рамках вот нашего проекта «Книга Букинист Торск» мы начали с Ириной уже оформлять вот такие листы. Каким образом проходит процесс? Значит, я беру отдельные вот свои небольшие главки, написанные мелким почерком, вернее, крупным, размашистым своим почерком. Ирина переписывает это вот таким вот макаром на листы, уже оформленные для вот нашей вот этой вот такой большого формата книги. Текст мы редактируем, кстати, очень хорошо, когда вот так переписываешь с кем-то в процессе, там уходит лишнее, что-то еще довспоминается, и получается уже более-менее на что-то похожее, вот такая вот последовательность событий, ну, более каким-то еще языком изложенной более-менее, не кривым. Ну, на мой взгляд, опять же, я уж тут могу ошибаться. Кроме того, Ирина еще делает вот такие вот иллюстрации к каждой пока вот этой главе. Эта вот глава у нас называется «Детский опыт книгопродаж», я его так назвал. И вот рассказывается именно о событиях, которые происходили у меня в детстве. Действительно, это были книгопродажи. И уже во время учебы в институте. По объему я вам сейчас скажу, у нас получилось, вот, значит, к каждой странице получилась вот иллюстрация. Вот это первая страница у нас. И вторая страница, вот здесь иллюстрация, она фактически так, по большому счету, здесь пока еще, наверное, до конца не закончена. Вот, но текст мы уже написали. И, наверное, сейчас это снимем на фото и выложим вот этот текст в наших соцсетях. Для желающих, если кто-то хочет ознакомиться вот с первыми двумя страницами книги, такие вот эти мои, можно сказать, как это называется? Ну, по крайней мере, мы попробуем. Мы пробуем, да. Вот можно ли почитать с фотографией? Ну, мы сейчас попробуем, да. Во всяком случае, процесс пошел. Вот так. Что будет дальше, мы еще не знаем. Заинтересует ли кого бы это, ну, тоже вопрос, конечно, открытый. Но, тем не менее, мы это, в принципе, делаем для себя, для памяти. Вот уже вот такого вида формата и, так сказать, раскраски вещи у нас уже готовы. Я еще потихоньку добиваю главки. Ну вот смотрите, если в общем количестве будет по объему. Если, например, вот 6 листов формата А4, да, я пишу, или А6, это А4, да, альбомных листов, у меня уложились в 2 листа текста на вот таком большом формате, причем там с редакцией, что-то я добавил, что-то я убавил, ну и по листу иллюстраций, то планируемое количество где-то будет вот таких небольших глав у меня примерно, ну я планирую около 50. То есть книга небольшая, по сути, около 100 вот таких листов, иллюстраций, ну по объему она такая будет выглядеть достаточно прилично. Мы этот проект делаем для себя, возможно, кому-то интересно почитать. Приглашаю желающих посмотреть фотокопии вот этих вот наших работ. ВКонтакте будет выложено, так, где еще, мы думаем, в Одноклассниках, в Фейсбуке, в группах «Букинист Орск» на вот этих страничках. Можете найти, посмотреть, прочитать. Заинтересует, напишите, пожалуйста, комментарии, ваше мнение. Билиберда, ужасный, хорошо, любое мнение мы учитываем, нам это, мне минимум это очень интересно, конечно, было услышать. Вот. Ну вот первые две страницы. Мы работать продолжаем. Вот. В
Вот пока все. Смотрите наш канал. Пока.